Привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Юлия Роджерс. И сегодня у нас 9 новых различных посылок с AliExpress. Они все не помещаются в кадр, поэтому давайте просто приступим к их открытию. Начнем вот с этой вот. А здесь у нас это визитница, или как это правильно называется? Ну да, наверное, визитница. В общем, для всяких кредитных карточек, дисконтных, там, скидочных и так далее. Вот такая вот книжечка дешевенькая я себе заказывала. В принципе, конечно, качество такое себе. 22 отдела, если я все правильно посчитала. В общем-то, в принципе, много чего должно поместиться. Так, а мы с вами едем дальше. Вот тут желтенькая, по-моему, одна единственная желтенькая посылка на сегодня. О, это, в общем-то, я в одном из выпусков открывала микрофон, но звук у него был так себе, потому что не было внешней звуковой карты для него. И я заказала вот такую вот дешевенькую, но, по крайней мере, по отзывам говорили, что, в принципе, сойдет и такая. Посмотрим, как будет звук с ней. Не знаю, лучше ли. Вообще, подумала, конечно, продать этот микрофон и заказать другой. Ну, вот такая вот звуковая карта. Она очень долго до меня шла, но все-таки дошла, и это хорошо. Проверю и, наверное, в видео вставлю звук микрофона без звуковой карты и с звуковой картой. Ну что ж, вот такой вот звук у нас получается без подключения микрофона к внешней звуковой карте. Ну и вот такой вот звук получается при подключении микрофона к внешней звуковой карте, которая мне пришла с AliExpress. Давайте откроем вот эту вот. Пакет большой, но что-то там лежит такое на донышке маленькое. О, это не моя посылка, это мамина посылка. И, в общем, это приспособление для тех, кто вяжет, чтобы одевать это на спицы, считать количество рядов. Вот так вот сами вы, это не автоматическое, сами себе вот переставляете, и вы не забудете количество рядов. Но вы же можете забыть повернуть, и тогда, понимаете ли, все равно проблемы будут. Так что, мне кажется, это такая вещь. Весьма неоднозначная вещь, потому что тут главное еще не забыть самой передвинуть вот это вот. Не знаю, зачем маме столько вот столько их. Так, вот еще одна маленькая посылка. Это тоже не моя посылка. Тут вообще очень много сейчас будет маминых посылок, потому что она решила скупить с AliExpress все, что ей вообще может пригодиться для вязания. И это вот обычные такие иголочки, которыми вы там закрепляете что-то, когда вам нужно. Ну, не знаю, когда выкройку делаете или еще что-нибудь. Целых две таких штуки в виде сердечек. Зацените, как мило. Милота, милота, сердечки. Маме же в магазине не купить. Ну, наверное, на AliExpress дешевле, поэтому ждем месяц и пользуемся. Откроем. О, вот это вот нам даже сегодня пригодится. Это у нас силиконовые, опять-таки, да, силиконовые формочки для кексов, но уже немного другие, не такие, которые я вам показывала в одном из предыдущих выпусков. Ой, тут, походу, еще маленькие подарочек от продавца. В заказ шли только вот такие вот формы. Такие вот они будут с дыркой. Кексики маленькие. Мы сегодня как раз будем делать кексики, и нам вот это вот пригодится. Собственно, поэтому я и снимаю выпуск. И смотрите, какая милота. Продавец в подарок, потому что этого не было заявлено в наборе, положил два вот таких вот мини-мини кексика. Можно сделать. Это очень мило со стороны продавца, учитывая то, что я покупала это вот по бешеной скидке вообще. 4 на 3, 12, да, отличные математические способности. Вот их 12 штук. И плюс две вот такие вот маленькие. Вот откроем вот это, там что-то такое большое у нас лежит. А, это, да, это и снова это не моя посылка, снова это мамина. И это круглые спицы для вязания. Я, наверное, не буду открывать их. Покажу вам визуально, что их тут дофига комплектов. Не знаю, что тут мама будет вязать. Должна вязать вообще все. Мы должны ходить чисто в вязаной одежде теперь только. И летом, и зимой, и весной, и вообще круглый год. Так вот это все выглядит. Они, наверное, там разных размеров или чего. Разная длина лески. Прошу меня извинить. Разная длина лески. В общем, вот. Где же тут какие-нибудь мои-то еще посылки? Интересно, будут ли? И да, это очень интересные посылки. Сейчас я вам их покажу. Я думаю, ни для кого не секрет, что мне нравится мультфильм, мультсериал даже «Леди Баг и Супер Кот». В общем, я заказала себе с AliExpress фигурки героев этого мультфильма. Ну, главных героев, то есть Маринет,
и Адриана в их человеческом обычном облике, и потом как бы в облике Леди Баг и Суперкота. Адриан у нас вот такой вот золотоволосый блондин. У них, смотрите, шевелятся руки, руки шевелятся, туловище шевелится, ноги, ноги не шевелятся. О, смотрите, смотрите, он светится, я не знаю зачем, разными цветами. Ого, 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 вообще вот этот, да? И к нему идет палка. Ну, вообще-то это палка Суперкота. А, и у Суперкота есть палка, у Адриана будет две палки. Ну, немножко глаза в разные стороны, но это и не важно. И он очень мило улыбается, и волосы у него такие, ну, как бы, в общем-то, прорисовано все отлично. О, голова еще шевелится, вот что я забыла вам сказать. Вот не знаю, как его, конечно, ставить, потому что он не стоит. И вот такой вот у нас Нуарчик. Он смотрит как будто бы слегка в сторону, а не прямо. Но у него все та же клевая прическа, вот эти вот милые кошачьи ушки. Он у нас тоже шевелит руками, у него шевелится голова, и вот у него уже шевелятся ноги. Ну правильно, он же супергерой, он должен действовать всеми своими частями тела. Адриану ходить не стоит, и вообще махать ногами даже не нужно. Но он не может поворачивать туловищем в сторону, вот как Адриан. Адриан просто такой, типа, что происходит, что происходит? А Суперкот такой, сейчас я все уложу, сейчас я все, да. Ну ладно, не важно. И светится, он освещает себе путь. Такое ощущение, что это запасной хвост. Да, он тоже не стоит, ладно, лежите, лежите здесь. Вот у нас Маринет такая вот. Ну, тоже не очень-то нацеленный взгляд вперед, конечно. Она также шевелит руками, туловищем в стороны, а ногами, да, не шевелит. В общем, людям шевелить ногами не стоит, не нужно это лишнее. Кнопочка сзади работает, тоже все светится у нас. И к ней вот прилагается такая сумочка. И, наверное, она тоже... О, а Маринетта стоит. Вот парни не хотят стоять, а Маринетта хотя бы стоит. Это радует. В общем, положим сумочку у ее ног. А вот у нас и сама Леди Баг. Вот у Леди Баг, по-моему, самый нормальный и ровный взгляд вперед. Шевелит головой, шевелит руками и шевелит ногами. В общем-то, да, все стандартно, как и у Суперкота. У Леди Баг, походу, подсветка не работает. Но это, мне кажется, и не особо важно. Я вообще не понимаю, зачем они сделали эту подсветку. К чему он начинает светиться, и о-о-о-о, магия, 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 он превращается в Суперкота. Наверное, для этого это сделано. И у Леди Баг, естественно, есть ее йо-йо. Пора изгнать демона. Ну ладно. Классные фигурки, очень мне понравились, очень хорошо проработаны, все классно сделано, тем более за ту цену, за которую они там продавались. В общем, стоит только одна Маринет почему-то на ногах, прямо близко. Вот такие вот они все милые, классные. В общем-то, я очень довольна. А мы переходим к следующей посылке, вот к этой вот. Самую большую оставим напоследок. А, да, это моя посылка. Я заказывала себе вот такой вот контейнер для косметики. Ну, сюда в основном такие прямоугольные штуки поместятся, типа помад там. 24 такие вот ячейки. И он вот такой вот прозрачный, красивый будет стоять. Последняя посылка на сегодня. И она отчасти как бы и моя, и мамина, можно так сказать. Это полотенце. Мы заказали два полотенца, но что-то я не знаю. Конечно, они большие, но тоненькие такие достаточно полотенца. Уж не знаю, что они будут вытирать. В магазине же не купить полотенце, мы должны с Алиэкспресс ждать полотенце. Мы уже даже полотенце с Алиэкспресс заказываем. Оно огромное, большое, я не знаю размер. А, 150 на 70. Вот. Оно очень тоненькое. Да, вы можете заметить, что у нас что не вещь, что розовое или фиолетовое. Да. И вот это вот чисто мамина. Мамин заказ. Это спицы. Еще одни спицы. Да, вы наверное, не удивлены, потому что это еще одни спицы, причем разных-разных цветов и, наверное, разных, хотя нет, на размеров, а нет, наверное, да, разных размеров. 10 пар спиц, и вот здесь вот на них написан, наверное, размер на самих спицах. Ну да, это пластик, это, наверное, не железо, это пластик, но такой твердый, как бы, я не думаю, что какая-то, насколько интенсивно надо вязать, чтобы их сломать. Ну, а теперь я предлагаю здесь вот эту кучу всю прибрать и как-то поместить в кадр все эти огромнейшие посылки. Сегодня прям они реально мега огромные, не знаю, как я буду помещать, но, в общем, встретимся в конце этого видео. Ну что ж, вот, это были все посылки на сегодня, я все-таки поместила их всех в кадр. Мне они все понравились, маме, думаю, тоже все понравилось, то, что она ждала, наконец-таки пришло. Ссылочки на все товары, как всегда, будут в описании, заглядывайте туда. И я надеюсь, что вам понравился этот выпуск не меньше, чем мне. Не забывайте поддерживать меня своими пальчиками вверх, подписываться на мой канал на YouTube, вступать в мою группу ВКонтакте, подписываться на мой Инстаграм. Я желаю всем всего самого наилучшего и пока-пока!